Всем привет! Сегодня я буду готовить гранолу. Гранола готовится из овсяных хлопьев, меда, сухофруктами, орешками. Орешки могут быть какие угодно, берите те, что нравятся вам, а у меня сегодня будет миндаль, кешью и арахис. Также для приготовления нам понадобится глубокая тарелка, чтобы хорошо перемешать гранолу, и противень, в котором мы ее будем запекать. Запекаем в духовке на 180 градусах, и уже можете включать духовку, пускай разогревается, потому что готовить гранолу очень просто и совсем недолго. Смешиваем все ингредиенты в глубокой чаше. Громовку я потом вам покажу в конце видео. Из сухофруктов у меня сегодня курага, чернослив, инжир, миндаль, кешью и арахис. И заливаем это все медом. А теперь все это тщательно перемешиваем, чтобы каждый лепесточек овсянки промазался медом. Хорошо перемешали овсянку и пересыпаем ее в противень, в котором будем запекать. А теперь все равномерно распределяем. Отправляем гранолу в духовку на 30 минут, но каждые 10 минут нужно будет ее достать из духовки и хорошенько перемешать. И вот спустя полчаса гранола готова. По мере ее остывания она будет становиться все менее липкой и более рассыпчатой. Когда она полностью остынет, ее можно переложить в стекло, либо вот в такой пластмассовый контейнер. Вот таким образом гранола может храниться в тумбочке долгое время, но я не думаю, что она у вас прохранится долго, потому что это очень вкусно. Кушать ее можно просто с молоком, можно добавлять в кашу, а можно приготовить классный завтрак с йогуртом. Это мой любимый вариант. Можно даже все сложить красиво в баночку, закупорить ее и взять с собой в любое место, и потом где угодно вкусно позавтракать. Ну вот и готов наш очень вкусный и очень красивый завтрак. Вы только посмотрите. Какая красота, пахнет невероятно, готовится просто. А самое главное, что это вполне полезно. Такой завтрак намного вкуснее каких-нибудь, ну не намного вкуснее, конечно, а намного полезнее каких-нибудь круассанов, а по вкусу совсем не хуже. Так что приятного вам аппетита, вкусных завтраков, следите за питанием, питайтесь правильно, обязательно подписывайтесь на наш канал, поставьте мне лайк за это видео, если вам понравилось, и жду ваших комментариев.